Товарищ Юрий Владимирович Андропов единогласно избран председателем Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. Товарищи депутаты, слово предоставляется генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председателю Президиума Верховного Совета СССР, товарищу Андропову Юрию Владимировичу. Уважаемые товарищи депутаты, позвольте мне от всего сердца выразить вам горячую благодарность и признательность за то высокое доверие, которое вы оказали мне, избрав меня председателем Президиума Верховного Совета Союза СССР. Ваше доверие я воспринимаю как доверие к нашей Ленинской коммунистической партии, членом которой я состою более 40 лет и идеалом которой считаю себя приверженным. Позвольте заверить вас, что, находясь на посту председателя Президиума Верховного Совета, я приложу все свои силы, все знания, весь свой опыт для того, чтобы ваше высокое доверие оправдать с честью. Уважаемые товарищи депутаты, разрешите от вашего имени сердечно поздравить товарища Юрия Владимировича Андропова с избранием председателем Президиума Верховного Совета СССР и пожелать ему новых больших успехов в многогранной партийной и государственной деятельности.